тише. Что бы такого придумать? Так что как только будет успех российской армии... Скучно, нудно. Нет своей фишки, понимаешь? Сразу надо ожидать. Ой, Вася, как скучно. Хоть волком вой. Что, Украина под давлением Соединенных Штатов и всех во всем мире пойдет на переговоры? А нам это зачем? Затем. Нет уже того энтузиазма. Ты меня спрашиваешь? Ну, вот вы лично против переговоров или за? Я хочу еще взвесить все за и против. Я согласен, чтобы Россия вела переговоры. Болваны, слабаки! Федерации! Когда Россия обладала подавляющим преимуществом, когда наши войска стояли под Киевом. Мне вообще кажется, в России люди, они все-таки в пограничном состоянии живут. И когда мы контролировали гигантскую территорию таким полумесяцем. Дерьмовый месяц! Да, жестко у вас. Туда с нами захотели вести переговоры. Нам пообещали, в результате обещаний мы проявили жест доброй воли и ушли. Физрук обосрался вдруг. С тех территорий, на которых потом сразу стали проводить акты геноцида против населения, которое нас поддерживало, яркий пример Буча. Мы пришли вас освободить, дядь! Не варто було. И теперь это выдается чуть ли не за победу украинского оружия. Ну, это нормальный базар, вот так бы сразу. Но они же должны понимать, что в России они этим самым побуждают совершенно иные настроения. Настроение настроением, но вот Светлана Игоревна говорит, что ты писал с барной стойки прям в стакан. Они же люди говорят, если нас все равно постоянно обвиняют в совершении каких-то страшных вещей, мы их не делаем, нас все равно обвиняют, еще и какие-то правовые последствия пытаются этому придать. Так он что, получается, вообще ничего не помнит? Да, как депутат после выборов. Ну, давайте тогда ужесточим свою позицию, пусть будет эскалация. И пусть их план «Б» накроется медным «Т». Задает мне вопрос, на каких условиях вы согласны будете вести переговоры? Есть способ достаточно простой, но вот воспользоваться им очень непросто. Я говорю, вопрос не ко мне. Кому? У нас есть верховный главнокомандующий. Такой беспросветной тупости я просто не встречал даже у современных абитуриентов. А вообще-то посмотрите, я говорю, пункты, которые Владимир Владимирович в декабре 2021 года озвучил. Ну, там с головой точно проблемы. Начинать, но они же невыполнимы. Я говорю, ну, если невыполнимы, значит, будет вести разговор российской армии. С тобой ты мне о чем разговариваешь? О твоем поражении. Мы готовы пойти. Идите вы в жопу. Мы готовы пойти на эти переговоры, просто дело в том, что та позиция переговорная нас не устраивает. Вас это устраивает? Да, не устраивает. Ведь Китай предложил вот эти 12 пунктов. Все 12 талантливо сыгранных мною сцен режиссер из картины вырезал. Разве мы на них согласились? Разве нет? Нет, мы говорим, что это очень позитивные пункты. Он, по-моему, нас обманул, дал вместо второй бутылки третью. И давайте, чтобы этот наш противник... А это кто? Я имею в виду киевский режим. Вот к этим пунктам прислушался. Понятно. А мне вот непонятно. Они сразу отвергли. Просто и Запад отверг. Отвергаешь, предлагай. Ну, очень хорошо, что они это сделали. Но, в принципе-то, мы свое миролюбие проявили. В общем, они ничего не знают, а мы уже ни хера не помним. Почему они считают, что активное контрнаступление, даже успешное украинское, обозначает наше согласие на переговоры? Что мы видели в прошлый раз? А я знаю, я его видел. Неудача России в Харькове и Херсоне. И сделаем мы то, что в России никому не удавалось. Хорошо. Привели к тому, что мы объявили частичную мобилизацию, запустили ВПК. Не, реально серьезные дела мутите. После чего несколько месяцев давили, отвоевали существенную часть территории и довольно сильно раскрутились. Это что, в голове закрутилось и завертелось? Ну давайте предположим, что в Украине что-то получится. Головою прямо в дубу! Я не знаю, какое решение примет верховный главнокомандующий. Нам надо сосредоточиться на нерешенных задачах. Но ясно, что сдаваться у нас нигде не написано. А что нужно написать? Тогда, ну, встанут мужики под ружье. Сколько у вас? Ну, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. 5 бутылок водки, вот лучший имидж. У нас там сколько? 20 миллионов минимум, да? 20. Пакеты брать будете? Промышленность произведет сколько надо. Ну, пойдем за родину. Я никуда не пойду. У каждого поколения своя война. Тогда я один пойду. Иди. На этом все, увидимся завтра. Валико! А? Валико, да, эртицхуари, райкна. Валико, 8 был, один баран куда делся? Что они там имеют вали? А себя ты посчитал? Нет. Ходор, ваше не на ты. Так 8 это вместе с тобой было. О.